Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Нана приезжает в город. Автобус из провинции по имени Нана приехал в переполненный столичный город. Город совсем не похож на сельскую местность. И как это они строят такие высокие дома? Надо быть повнимательней на дороге. Извините. Какие здесь грубые машины. Эта дорога более тихая. Я поеду по ней. Дорога перекрыта. Раз, два, взяли! Они специально перекрыли дорогу. Значит, я здесь не проеду. Я ее здесь раньше не видел. Привет! Ты напугал меня! Извини, я не хотел тебя пугать. Но почему ты здесь стоишь? Дорога перекрыта. Что? Надо попросить их подвинуться. Макс, можешь отъехать? Ты загородил проезд. Правда, прости, Тая. Не беда. Ну вот, поехали. Спасибо, мне бы не хватило духу. Напрасно, мы здесь все друзья. А ты кто? Меня зовут Нана. Я приехала к вам из провинции. Ух ты, так ты из провинции. Меня зовут Тая. А ты здесь впервые? Кстати, я знаю один очень красивый маршрут. Хочешь поехать со мной? Правда? Было бы здорово. Я здесь ничего не знаю. Спасибо. Покатили! Вперед! Тайо решил устроить Нане экскурсию по городу. Ух ты! Просто как картинка! Так красиво! Ну как? Тебе здесь нравится? Привет, Мэтт! Рад тебя видеть, Тайо. Это должно быть поезд метро. Как дела? Хорошо! Ого! Тайо знаком даже с поездами метро. О, приветствую! Ты ведь из провинции? Надо же! Ну, как ты узнал? Из-за твоего цвета. Ты не такая, как остальные автобусы. Ты знаешь все-все, Мэтт. Ну, удачи вам! Увидимся! Пока! Ого! У Тайо много чудесных друзей! Тайо! Привет, Бонг-Бонг! Привет! Так ты теперь ездишь один? Да. Меня первого из моих друзей отпустили одного. Правда? Так держать, Бонг-Бонг! Это все твоя заслуга! Я ехал так, как ты учил, и меня похвалили! Здорово! Поздравляю! Тайо даже учит молодые машинки. Тайо, я буду много тренироваться, чтобы стать таким, как ты. Ладно. До скорой встречи. Пока. Тайо, ты такой славный. Что? У тебя чудесные друзья. И ты знаешь все улицы. Да ну, это совсем не трудно. А ты самый главный из автобусов? Главный? Я права, верно? Я выгляжу таким крутым? Ну, меня можно и так назвать. Ух ты! Как мне повезло, что я встретила в городе босса! У меня есть еще работа, так что мне пора. Как? Уже? Прости! Ничего, теперь не потеряюсь. Ладно, тогда до встречи. Спасибо за прогулку, босс. Тайо, автобосс, главное не зазнаться. Тайо закончил работу и вернулся на станцию. Привет, ребята! Привет! Привет!
Босс! Нана! О, как я рада! Нана, как ты здесь оказалась? Я потерялась, а Сито меня нашел и привел сюда. Привет, Тайо! Что? Так значит, вы знакомы? Да, сегодня босс устроил мне экскурсию по городу. Тайо, босс? Да, и это было так весело! Я мог бы показать тебе места еще красивее. Что ты говоришь? Как ты смеешь отзываться о моем боссе в таком тоне? О, нет! Нана, если хочешь, мы можем еще покататься по городу. Еще бы! Тогда поехали! И почему всем так нравится Тайо? Тайо, босс? Она считает меня главным, а я не могу сказать ей правду. Босс, что это за здание? Это телебашня. О, да, точно! Я видела ее по телевизору. Босс, я хочу туда! Что? О, нет! Я же никогда там не был. Пожалуйста, босс! Но если я скажу, что не знаю дороги, она будет разочарована. Ну ладно. Хорошо, едем. Спасибо, босс! Отсюда она хорошо видна, значит, я не потеряюсь. Ну, Нана, не отставай! Приключения Тайо. Тайо решил отвезти Нану прямо к телевизионной башне. О, ее труднее найти, чем я думал. Кажется, мы уже здесь были. Босс! Да? По-моему, я уже видела эти здания. Похоже, что мы ездим кругами. И правда. Мы на самом деле ездим кругами. Это же Пэт. Он может показать мне дорогу к башне. Нана, ты подожди меня здесь. Я ненадолго. Хорошо. Интересно, куда он? А, вот куда надо проехать. Спасибо, увидимся. Пока. Нана, должно быть, ждет. Надо поторопиться. Простите, я тут... Что его так задержало? Босс? Почему не едем? О, простите, но босс сказал мне ждать здесь. О чем это ты говоришь? Ты нам мешаешь. Дай проехать. Но босс велел никуда не уезжать. Ну-ка, пропусти нас. О, хорошо. О, нет, ведь босс будет меня искать. О, нет, я же попросила ее ждать здесь. Куда она делась? О, наверное, устала ждать. О, нет! Как же так? Тайо и Нана не могут найти друг друга. Босс! Босс! О, куда же он мог деться? Что же мне делать? У тебя все в порядке? О, офицер! Босс Тайо попросил меня ждать. А я потерялась, потому что не дождалась и уехала. Что? Тайо? Так значит, ты была с Тайо? Да. Вы можете его найти? Ну, конечно. Он спрашивал нас, как проехать к телебашне. Может, он тоже заблудился? О, что вы говорите? Тайо главный из всех автобусов. Он знает здесь каждую улочку. Что? Главный? Он, наверное, просто пошутил. Что? У нас нет главного автобуса. Тайо новичок, и ему есть чему поучиться. Вы это серьезно? Нана! Нана! О, уже совсем поздно. Вдруг с ней что-то случилось. Босс! О, Нана! Где ты была? Я повсюду тебя ищу. Я немного задержался, я знаю. Но ночью телебашня намного красивее. Вот я и решил дождаться темноты. Тайо! О, Пэт! Я все ей рассказал. О чем?
Тайо, как ты мог завести сюда Нану? Ты ведь здесь первый раз. Что, если бы Нана не встретила нас? Теперь жди неприятностей. Нана, я просто маленький автобус, а никакой не босс. Прости, что обманул тебя. Ты на меня сердишься, да? Нет. Мне все равно, главный ты или нет. Что, правда? Благодаря тебе я увидела этот город. Мне будет о чем вспомнить. Я так рада, что встретила тебя, Тайо. Спасибо, Нана. Пора возвращаться, уже поздний час. Хорошо. Ладно. Тайо, ты приедешь к нам в провинцию. Я покажу тебе свой город. Знаешь, в провинции я самое главное. Что? Тайо, больше никогда никого не обманывай. Но ты молодец, что показал Нане свой город. Озвучено компанией Лайлок. Коко и Чамп едут в город. Деревенские машины собрались возле своей станции. У меня хорошие новости. Городские автобусы приглашают вас в гости. Ух ты! Ух ты! Здорово! Ура! Замечательно будет, если мы поедем в город. Но все автобусы разом уехать не могут. Кто-то из вас должен остаться. Как же быть? Тогда я остаюсь. Я ездила в прошлый раз, а теперь вы. Да, это справедливо. Ты в этом уверена? Только осторожнее. Потому что в городе все не так, как у нас в деревне. Я так нервничаю. Вдруг мы без тебя заблудимся? Мы там еще не были. Не бойся, Чамп. Нана не заблудилась, вот и мы тоже справимся. Ты же будешь со мной, а со мной не пропадешь. О, ну хорошо. Смотри, не подведи, Коко. Что там может быть сложного? У меня все получится. Сегодня ведь приезжают Коко и Чамп. Да, они уже выехали и скоро будут. Ух ты! Уже? Поехали скорее на работу! Едем! До скорого! Коко и Чамп приехали в город. Ух ты! Так вот он какой! Чамп? Что? Смотри на дорогу. И не вылезай за свою полосу. Извини. Мы приехали раньше, чем планировали. Может, покатаемся по городу? Мы же сначала должны поехать к друзьям. Да зачем? Только представь, как они удивятся, когда узнают, что мы катались по городу одни. Думаешь? Давай-ка сначала заправимся. Давай, я проголодался. А вот и автозаправка. Ух ты, быстро же ты ее нашла. Видишь? Город это совсем не сложно. Поехали. Хорошо. Надо же, какая заправка. И смотри, какой насос. Но как он работает. Привет. О, он напугал меня. Ты чего испугался? Он просто всех заправляет. Смотри-ка. Привет, заправишь меня? Ты можешь меня заправить? Транспортное средство отсутствует. О, он спрятался. Вот значит как. Что они делают? Начинаю заправку. Может, у меня что-то с лицом? Но как это она так заправилась? А меня не заправляет. Начинаю заправку. Эй, ты что? Ой! Больно же!
проверить положение. Ах ты! Я тебе покажу! Коко, не надо! В городе все такие злые! А, да, с ними даже говорить нельзя. Кстати, Коко, зачем посередине дороги деревья? Ну, понимаешь, это чтобы отдыхать в тени, если устанешь. Ух ты, правда? Да, наверное. Ух ты, там и правда кто-то отдыхает. Ты такая умная, ты все знаешь. Я же просто угадала. Оказывается, в городе нет ничего особенного. О, нет, не могу ехать. Двигатель заглох. Почему они все стоят? В чем дело? Может, спросим? Чам, городские говорить не любят. Уже забыл? А, ну да. Наверное, впереди что-то интересное. А, это очередь, чтобы посмотреть. Да, давай мы тоже подождем. О, все поехали. Ну, наконец-то. Чам, смотри. Руки регулируют движение на перекрестке. Что это он там делает? Он танцует. И все на это смотрят. Видишь, я была права. Это опять они. Красота! Кажется, он чего-то хочет. Чтобы мы танцевали? Как чудесно! Танцы! Почему не едут? Да что с ними такое? Что они делают? Поищите! Ладно, ладно. Они такие нетерпеливые. Ты права. Приключения Тая. Здорово, тут так весело. Но без тебя мне было бы не так интересно. Я же говорила, со мной не пропадешь. Точно. Посмотри! Какой красивый рисунок! Может, заедем? Да! Ух ты! Как красиво! Тут столько всего! Как думаешь, что это? Там есть игровая площадка для машин. Она очень большая, и там горки. Большая и с горками. Точно, игровая площадка. Давай-ка тут поиграем. Вперед! Ку-ку! Какая-то она странная. Чам? А? Давай скорее играть! Давай! Ой! Опять эти двое. Там ведь опасно играть. Надо их остановить. Нури, прости, но я тороплюсь. Можно немного побыстрее? Ладно. Я за них волнуюсь. Чам, не хочешь скатиться с горки? По-моему, это опасно. Да не бойся. Поехали! Можно я уже съеду? Чам, ты уже боишься? Чам, ты в порядке? Что это? Нет, не могу ехать. Что
свободен! О! Нури! Дарью! Ты уже домой? Да. Приезжают мои друзья из деревни. Я тороплюсь. Знаешь, я сегодня видела странные машины. Странные? Да. Они говорили с роботом на заправке, а потом танцевали на светофоре. А еще они играли на стройке. Я так за них беспокоюсь. Да? А как они выглядели? Автобус с синим рисунком и с ним старый грузовик. Постой! Это же Коко и Чамп! Коко, что же нам делать? Я не знаю. Мы так навсегда застрянем. Коко, Чамп! Как вы, в порядке? Тайо! Чуть не попали в беду. Спасибо, что спасли нас. Да, большое спасибо. А, кстати, ребята, а зачем вы играли на стройке? На стройке? Это не площадка? Что? Вы думали, это игровая площадка, да? Стесняться тут нечего. Ты просто не знала. Вот и все. Если ты чего-то не знаешь, но не признаешься, то может случиться что-то плохое. Прости, Чамп. Из-за меня столько проблем. Ты о чем? Я отлично повеселился. Ты самый надежный друг. Чамп. Теперь едем на настоящую площадку. Едем. Стойте, ребят, только не говорите Нане. Что? Теперь Коко знает, что надо быть честным даже тогда, когда чего-то не знаешь. В гостях у Наны. Отличная погода. Юные автобусы поехали за город. Люблю запахи природы. Да, и здорово любоваться видами. Да, а все моя подруга Нана, которая нас пригласила. Привет, Тайо. Я хочу пригласить тебя и твоих друзей на нашу станцию. Вы ведь приедете? Ребята! Тайо! Это Нана! Я здесь! Поехали! Хорошо. Ух ты! А вот и наша станция. Как красиво! Здорово! Ларри! Всем привет! Привет! Давайте я вас познакомлю. Это наш начальник Ларри. А это Чамп. Рад встрече. А это Коко, мой друг детства. Привет. Спасибо вам за приглашение. Так ты и Тайо! Спасибо, что помог тогда Нане в городе. Пустяки. Так это Тайо. Я встретила городской автобус по имени Тайо. И он такой милый. По мне, так он обычный автобус. Без Тайо я бы попала в беду. Не вижу в нем ничего особенного. Да ладно тебе, Нана. Ладно, Нана, ты тут веселись с друзьями, а нам пора на работу. Обязательно. А куда вы едете? Ну, сейчас сезон урожая. Мы будем помогать собирать яблоки. Звучит весело. Нана, можно с вами? Помощь всегда нужна. И надо возить эти яблоки в тележках? Да! Может, на перегонки? Хорошо! Вперед! Вперед! Я не собираюсь проигрывать! Погоди, жироги! О, нет! Они, наверное, думают, что играть сюда приехали. А? Стойте-ка! Если я хорошо поработаю, я буду лучше Тайо. Нана, прости меня! Я рассыпал все яблоки!
Да ничего. Давай просто их аккуратненько соберем. О? Все с дороги! Ух ты, Коко, вот это был класс! Да уж, получше, чем умеют эти городские автобусы. Коко! Да? Мы за тебя все в пыли! Я не хотел... Что с вами? Эй, это же просто лягушка! Она совсем не страшная! Она убегает! Эй, лягушечка! Лягушечка! Тайо, ты в порядке? Так и знал, что вы городские все трусишки. Что? Прости, что устроили такой беспорядок. Да ничего, Хана, всякое бывает. Мы с этим сами разберемся. Может, займетесь чем-то еще? Чем-то еще? Так нам за поросятами смотреть. Ага. Эй, ребята, посмотрите на меня! Они на нас не смотрят. Как бы нам привлечь их внимание? Придумал! Надо спеть им песню. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Они подходят! Поросятам нравится песня Тайо. Отличная мысль, Тайо! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Какая прелесть! Сюда! Хрю-хрю-хрю! Хрю-хрю-хрю! Хрю-хрю! Хрю-хрю-хрю! Здорово! Ну, все. Отличная работа, Коко! Спасибо! Интересно, Нана это видела? Тайо, ты в порядке? Да, извини, Нана. Она только Тайо и замечает. Да ладно, ты же случайно. Ну нет, не ладно. Коко! Хватит уже пытаться помочь. Ты только хуже делаешь. Что? Коко, это некрасиво. Ты ведь знаешь, что я прав? Приключения Тайо. Не грусти, Тайо. Коко меня ненавидит. Мне жаль, Тайо. Но не грусти, потому что я тебя сейчас отвезу в такое классное место. Классное место? Ага. Я покажу тебе холм, где много светлячков. Ночью там так красиво. Правда? Да, мы все туда поедем. Нет, туда нельзя. Вам нельзя туда ехать. Там небезопасно. Что? О чем ты говоришь? Подожди, Нана! Коко, в чем дело? Ты на меня весь день злишься, а теперь ты не даешь мне посмотреть светлячков. Не надо было сюда приезжать. Я хочу домой. Тайо! Коко, что с тобой такое? Я расстроена. Я совсем не то имел в виду. Кажется, Нана разозлилась. Но я и правда был невежлив с Тайо. Ладно, поеду перед ним, извинюсь. Тайо! Нет, неужели они уже уехали в город? Коко!
Что ты тут делаешь? О, Ханна, а ты что, с ними домой не поехала? Нет, они поехали с Наной посмотреть на светлячков. Что? Не может быть! Мы должны их вернуть! А что не так, Коко? На том холме завелись кабаны, и я там поставил капканы. Они могут попасть в беду. Что? Уже почти на месте. Ладно, но почему Коко нам сказал сюда не ехать? Да не волнуйся ты, он просто хотел все испортить. Я сюда часто приезжаю. Так что все в порядке. Только посмотрите! Здорово! Светлячки! Дальше их будет гораздо больше. Правда? Так давай поторопимся. Таю! Таю, ты в порядке? Помогите! Я на что-то наступила, у меня сдуло колесо! Я не могу выбраться! Ребята! Коко! Еле спасся! Таю! Какое счастье, ты в порядке! Спасибо, что спас меня, Ларри! Да пустяки! Я бы и не узнал, если бы Коко мне не сказал! Коко? Но, Таю, как же ты поедешь обратно с таким колесом? Что же нам делать? Слушай, Ханна, у меня там есть запасное колесо. Ты можешь взять его для Таю. Запасное? Если размер подойдет, то отлично. Давай попробуем. Ну, Таю, как тебе? Сидит как родное. Спасибо тебе, Коко. Не за что. И прости меня. Я должен был тебя послушать. Я думал, ты просто хотел помешать нам. Да ничего. И ты меня прости, Таю. Понимаешь, если честно, я просто ревновал тебя к Нане. Но ведь это я ее лучший друг. Так ты поэтому был такой злой? Извини. Эй, только посмотрите! Посмотрите на светлячков! Ух ты! Красота! Слушай, Коко. Да? Таю очень хороший. Но моим лучшим другом всегда будешь ты. У малышей был особенный день. Они всегда будут помнить эту поездку. Озвучено компанией «Лайлок».